Explosion imminent.
Explosion imminent. Evacuate the facility immediately. Thank you.
А почему крашер не активировался, вопрос?
Что? Сколько тебе задали? А? Что? Сколько тебе задали лет? Ну мало там задонатили. Я не помню сколько, но. Мне, по-моему, ну мне сейчас вроде было 3033. Вроде столько. Ну, короче, фигня была. Я тут прикупился немного, да. Я вообще премиум цвета решил жестко купить зачем-то. Ну я купил эти, у меня в четвертом ряду теперь все крашеры есть. И зачем-то купил еще премиум цвета, потому что мега крутой. Сейчас посмотрим на гиги пацаны. Как ты это, как ты смотришь вообще? Ты что, шалял? Ну я такой скилловый. Кто ты скилловый? Сейчас посмотрим. А что ты будешь делать так первым? Да я ничего не слышу, Антон. Я ничего не слышу. Купи ядерку. Да нахера мне ядерка, она мне не нужна. Я хочу купить огнемет и базуку. Мне ядерка вообще не нужна. Ее все другие используют. Ожидался где-нибудь, выдумывал себе игры. Это была ранняя весна. Наступал тонкий рукав. Были насквозь мокрые ботинки, а меня это не беспокоило. Подошел какой-то мальчишка моего возраста и поинтересовался, что я делаю. Для него было очень невежливо. Вот, на плече была дырка, и оттуда торчалось тепло.
что на трофеи только бездомные. Тому мальчишке моя история понравилась. А мне рассказывали одну страшилку про чучелка. Мальчик хотел сказать чучелка. Он всегда произносил слова как-то по-своему. Мы с ним встретились еще один раз. Просто случайно встретились на улице. Мальчишка рассказал мне. Не цапка, а цапка. А он все равно говорил цапка. Я спросил, он все не увидел. Мальчишка ответил, что на трибуну. В нашем городе есть иностранный стадион. Забросили 90. Личные здания трибуны остались. В них есть комнаты и коридоры, заваленные строительным и бытовым мусором. Эти трибуны до сих пор не снесли. Они стали бетоном. Как и любые другие заброшки. Там полно битого стекла и воняет уксусом. Когда тот мальчишка сказал мне, что видел цапку, я не хотел идти смотреть. Но он взял меня на слабо. Мы спустились к заброшенному стадиону. Мой друг привел меня. Он там ее видел. Она страшная такая. У нее челюсть как у скелета. И когти огромные, как ты говорил. Она на меня смотрела и смеялась. Теперь я боялся осмотреть темноту. А мальчишка потянул меня за рукав, призывая войти внутрь. Я ему сказал, что и шагу туда не ступлю. Мальчик стал меня дразнить, говорить всякие обидные вещи. Я сказал, что пойдет один. Я попросил его не делать этого. А он ответил: «Цапка не может нам ничего сделать. Мы не бездомные». И пошел внутрь. Я стоял и смотрел, как он исчезает в темноте. Я слышал его шаги, а потом он скрипнул. «Ай!» Это был крик боли. Всего секунду, и больше не было слышно. Я стал звать своего друга, но он не отвечал. Только откуда-то из глубины донесся тихий кашель. Вне себя от страха я побежал искать помощь. Рядом была река. И там на берегу несколько мужчин и женщин жарили шашлыки. Увидев взрослых, я подбежал к ним и рассказал, что с моим другом случилась беда. Я не стал объяснять, но очень просил пойти со мной и взять с собой нож. Мужчины были растеряны. Мне не пришлось их уговаривать. Один из них достал фонарик из машины. Мы пришли к трибунам, и я показал двум мужчинам в темный проход. Сказал, что мой друг вошел туда, закричал и исчез. Мужчины вошли туда и сразу же вернулись. Сказали, что там никого нет. Я не поверил. Тогда тот, что был с фонариком, подвел меня к проходу и посветил внутрь. Там правда было пусто. А в этом помещении должны были расположить туалеты. Кирпичные перегородки были, но никаких других выходов не было. Мужчины посмеялись. Сказали, что мой друг надо мной пошутил. Крикнул и спрятался в темноте. А когда я побежал звать на помощь, то он просто ушел домой. Но я знал, его утащила цапка. Только не мог объяснить куда. Это все, что я помню об этой твари из детства. С того дня я больше никогда не видел моего приятеля. Но я сдохнул под лестницей в своем подъезде и тоже больше не слышал. Шли годы. Я перестал, постепенно перестал верить в нечистую силу. Развились детские страхи и чувство вины за пропавшего мальчика. Очень долго я считал, что приятель погиб из-за меня, а годы спустя мне стало казаться более логичным, что он и правда меня одурачил. Забыл о цапке и не вспоминал, пока весь этот кошмар мне начался снова. В 25 лет я съехал от семьи, взял ипотечный кредит, перебрался с окраины города поближе к центру. Небольшая квартира меня просто устроила. Мне пришлось увидеть последствия двух неудачных браков моей сестры. Поэтому заводить семью я не торопился. Уж лучше завести котенка. Мне правда было спокойно и хорошо. Но однажды вечером я увидел его за дверью соседней квартиры. Дом новый. На моем этаже еще не все квартиры распроданы, поэтому у нас всегда тихо. Справа от моей двери, а в конце коридора пустая двушка. А входная дверь там стоит на застройщика. Липкая такая, бурная жесть. Ее и консервным ножом снять можно. А порог под этой дверью прогнулся так, что образовалась большая щель. Я возвращался домой. Уже оставил ключ в замок, и вдруг услышал скрип. Будто кто-то скрипел чем-то острым по металлу. Машинально я посмотрел вниз коридора. Explosion imminent. Evacuate the facility immediately.
Я забыл микрофон выключить.
Thank you.
Thank you.
Да боже, грёбаный Слендермен. Кстати, никогда не играл, ну что, зона.
О, у меня все оружки есть. Ну, почти все. Ну, короче, круто очень. Ура, спасибо. Thank you.
Что меня так сильно убивало? Thank you.
Это разве так легко? Мы полно труднее. А где кнопка? Ура, спасибо!
Как я один должен их убить? Я не хочу тут сражаться. V1 остался против вот этой орды. Как я должен их убить? Вопрос. Это невозможно. Конечно, все самые мега крутые сдохли в самом начале. Я должен был против этой огромной орды драться. Ну ладно.
А чё это?